продолжаем уроки медитации. В прошлый раз мы освоили, что такое медитация, для чего она нужна и как мы делаем эту медитацию, да, какие способы может быть. И вот сегодня продолжим тему, как медитировать. Прежде всего мы должны знать дыхание. В прошлый раз мы рассказывали об этом, про дыхание, как мы должны дышать. И, в общем-то, и нужно, собственно, мы понять вообще, ну, для того, чтобы начать какие-то осваивать серьезные моменты в медитации, мы должны развить и понять всю сущность этой медитации, почувствовать энергию медитации. Для этого мы и медитируем, чтобы эта энергия проходила через нас, либо переносилась в другое место, другим людям. Там, допустим, мы могли общаться с другими людьми. Так, как вопрос сегодняшний, как медитировать? Медитировать можно по-разному. Мы можем медитировать просто, у нас ничего нет, только мы, наше дыхание и медитирование. В общем-то, вот так. Второй момент. Второй момент, мы можем входить в медитацию и в транс, когда мы начинаем работать со звуком. Вот. И медитируем, входим в транс. Все. Да. Третий момент. Мы работаем не только со звуком, но с огнем, там, с водой. И медитируем уже над этими вещами. Так. Ну вот основные такие подходы. Сегодня я разберу один из способов медитирования. Это просто дыхание. Дыхание, наше тело. Каким образом мы сможем это сделать? Как мы это можем получить результат после этого вхождения? И мы вот сегодня будем тренировать вхождение само в то состояние, которое называется медитация. Медитация, по сути, как говорится, различие сна и медитации, это то, что мы осознанно делаем вход, точнее даже выход до нашего тела, из нашего тела, духа. Вот. А когда сон, это как бы неосознанный выход тела, но при этом мы не понимаем, что на самом деле это происходило не один раз, в общем-то, за всю жизнь множество раз, но мы просто не помним этого момента. Вот. И в этот момент мы можем прикоснуться к особенной энергии, которой касаемся во сне. Но когда после возвращения, после сна, мы не помним этой энергии, и мы не помним, как она выглядит. А в медитировании мы можем почувствовать, увидеть и добиться способности в большей степени. Ну вот сейчас продемонстрирую вам медитирование просто с тела. Допустим, мы делаем одну позу. Какую, например, сидя. Вот так. Мы сидим, руки вверх и медитируем. А медитируем как? Как обычно, в принципе, как я и говорил во многих своих видео, мы, главное, дышим правильно из живота. Закрываем глаза для того, чтобы визуализировать, куда мы хотим. Со временем у нас будет получаться лучше.
Вам нужен посыл делать, куда вы выходите. Вы выходите в себя внутрь. Для начала почувствовать внутреннюю силу. Вот эта разминка для внутренней силы. Чтобы вам почувствовать внутреннюю энергию, а потом передача этой энергии в другие места на дальние расстояния. Для этого тренируйте это все дело. Это начало вашего пути медитации, начало вашего духовного развития. Если вы не побоитесь дальше продолжать это дело, хотя бы 15 минут уделять в день этому делу, вы можете. Также предлагаю вам заниматься духовными дыхательными упражнениями для поддержки своего тела и энергетически, в общем-то, заряда, вот, укрепления всего вашего тела, в том числе и костей. Это укрепляет. Всего 15 минут. 15 минут можно найти, я думаю. А кому понравилось это видео, обязательно посмотрите другие мои видео, которые уже с упражнениями. Я вам буду стараться в уроке медитации показывать совершенно другие упражнения, которые я сам пробую, изучаю и сам делаю уже давно, в принципе. Да. А с вами был, как всегда, Крутов Сергей. Энергия человека. Мой канал. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь и будет еще интереснее. Всем пока.